Ирина Безрукова в свои 58 лет не перестает восхищать публику своим моложавым видом. Актриса не скрывает, что у нее сложная судьба. Первым мужем Ирины был Игорь Ливанов. У них был общий сын Андрей. По некоторым причинам артистка ушла от Игоря и начала строить отношения с Сергеем Безруковым. А в 2015 году ее наследник умер. Он неудачно поскользнулся в ванной и получил травму. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Примечательно, что это стало ударом как для Ливанова, так и для Ирины, которая после этой трагедии развелась и со вторым мужем. 6 декабря актриса решила написать трогательные слова, которые посвятила покойному наследнику.